Трейлер сериала «Ира». Ира работает в МФЦ, но считает это место адом на земле. После очередной ссоры с парным сценаристом Ира проводит ночью с новым коллегой, а через несколько дней начинает чувствовать тошноту. Но кто отец ребенка? И готова ли Ира к материнству? Описание очень безумное, странное, какой-то неадекват. Но Ингрид Алеринская, красотка, не побоюсь этого слова, как забавно, мы с ней однажды в ночном клубе познакомились, когда я подошел, сказал: «Ингрид, ваш фильм классный». А тогда готовился к выпуску фильм «Неадекватные люди», вот, а его еще никто не видел, а мне дали посмотреть копию там с огромным вот ватермарком, через который надо было разглядывать тогда еще начинающую актрису Алеринскую. И она такая: «О, я как, откуда вы узнали, где вы смотрели?» Я говорю: «А мне дали копию, я уже посмотрел, фильм классный, вы супер, у вас хорошее будущее, блядь». Я думаю, что у Алеринской все получится, и она вообще молодец, вот в плане, вообще она красотка. Да пребудет с ней великая сила актерского мастерства.